Огромное спасибо самым щедрым спонсорам. Ща, давайте в Хитман зарубаем один разок. Бля, вообще от души будет, с Хитманом будет охуительно. В тот раз такой кринж, такое веселье в Хитмане. Блядь, это реально классная игра. Я не знаю, почему я раньше не играл в Хитмана. Я не знал, что она такая пиздатая, правда. Типа, я всегда считал, что Хитман какая-то поебень, типа, ну, для бенчмарка можно использовать. Не более того, что это говно. Оказалось, блядь, Хитман пиздатая игрушка. Охуеть. Я просто в шоке был. Еще графа у нее какая классная. Вот. Хитман меня поразил, вот когда на предыдущем стриме мы играли. Вылетать будет. О чем вылетал у нас, да? Не, ну я те миссии не буду просто. Сейчас проверим. Какая заработает в этом репаке, в такую будем играть. Ну, то есть в этой лицензионной версии игры в Стиме. Вот. Все, погнали. Сейчас хуярим, смотри. На нахуй, тварь, бля. На нахуй, тварь. Че, сука, бля? На нахуй, ублюдок. Умер. Ну ладно, это я так поприкалывался. Надо сразу, да, проходим, короче, сразу. И там сейчас убьем кого-нибудь, переоденемся. Замаскируемся под продавца еды. Я пиццу несу Денису Петрову. Пожалуйста, пропустите меня. У меня срочный заказ. Срочный заказ. Пицца для Дениса. Пицца для Дениса. Закрываем, и теперь я как будто персонал. То есть я могу идти, взять пропуск. О, нихуя себе, у меня пропуск теперь есть. Так. Сейчас я въебу там чувака, смотрите, сейчас жесть будет. Он сейчас будет плакать. Сейчас мы в него оденемся. И избавимся. Вон туда. О, аниматор, давайте въебем его нахуй. Давайте его убьем, блядь. Давайте его просто убьем нахуй. Вот этого долбоеба, бля, растерзаем. О, блядь. Никто не видит. Полицейских нет здесь. Теперь это я, красивая ростовая кукла. Блять. Сука, завали ебало нахуй. Ты хуло, бля. Бля, мне пизда, пацаны. Я рассекретился. А за этим гадиной я не дойду теперь до этого гадина. Пизда. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Блять, умер. Я сейчас умру. Блять, сейчас умру, пацаны. Блять. Спрятаться. Ящик. Ящик срочно. Фу, блять. Он ко мне бежит. Он сейчас зайдет сюда. Он поймет, что я в ящике. Блять, он сейчас поймет, что я в ящике. Блять, не надо. Фух, блять. Фу-ху-ху-ху-ху. Я без палева убил, да? Пацаны, я правда без палева убил? Вы видели, как я без палева его убил? Вообще. Пизнес. Ой, блять. Ой, блядь, типы валяются мертвые, видели? Я отдыхаю. Я просто провожу время. И отдыхаю. Бля, меня ищут. Бля, все, ребята, сейчас будет хана. Они найдут же меня рано или поздно. Найдено тело, блядь. Они нашли уборщика ебучего. Дайте пройти срочно. А, шлюха. Я напоследок въебал ей жестко. Ну и что, ребята? Нормально? Прирожденный убийца, блядь. Просто охуительно, реально. Класс. Добро пожаловать в Колумбию. Здорово, братан. Ща, ребят, я быстро. Бля, она не замечает в кафе. Блять, кто меня раскрыл-то? Сюда.
сюда иди. На нахуй. Давай, ебать, ублюдок. Давай, рискни здоровьем. Давай, нахуй. Давай, нахуй. Давай, блядь. Чё, сука, обоссались все? Хуя вас сколько? Обезьян, блядь, чёрных. Как вы не вымерли-то? Бля, и в дом зашел, осада. Бля, пацана, осада получается. Бля, пацаны, осада реальная. Беспощадно, прикиньте, получилось. Мопед не ездит. Так, а мне куда надо? Бля, не очень далеко. А как я их должен достать-то? Мне надо как-то пройти туда или что? Смотрите, как мне во дворца зайти? Царь во дворца, царь во дворца. Как мне туда попасть? А-боба. Отпереть. Блять, у меня нет мантии. А, во, лом. А, нету лома. Да что ж, блять, надо убить этих всех уебанов, чтобы лом у меня был. Не, в сельском туалете, очевидно, лом есть. Во! Блять, так и есть, прикиньте. Как бы сказал Азамат, так и есть. Что тут написано? Взять абрикос. Нахуй мне нужен, блять, ваш абрикос. Ёб твою мать, кокос, абрикос, блять. Да, да, все нормально, братан. Я просто хожу, просто иду. Я никого не трогаю. На нахуй, въебач. На нахуй, въебач, пидорас. А, сука, пидор, блять. Вы видели, что он хотел сделать? Он меня заподозрил, якобы я здесь нахожусь незаконно. Ублюдок, блядь. Аккуратно. Дядя. Дядя, аккуратно. Дядя, будь аккуратен. Дядя, будь аккуратен, дядя. Водичку раз. Все, теперь я свой. Бля, чё, я его не убил? А, все цели ликвидирован. Иди к выходу. Каким образом? Тихо, блядь. Бля, ебать ублюдка, сколько? Завалят сейчас. Завалят, завалят, да, завалили, блядь. Завалили, сука. Блядь. Даже не вздумай. Так, съебываем в джунгли. Напоследок. Ра-та-та-та-та, мы, сука, валим города. Да, сука, это на века. Ра-та-та-та-та. Сука, новый автомат. До свидания, дебилы. Так, ну все, ребята. На сегодня все, заканчиваем. С Хитманом тоже. Да, неплохая игра, блядь. Вот чисто на расслабоне поиграть. Знаете, как это называется? Нервы свои, короче, установить. Очень приятно, когда плохой день, да, там что-то. Все не так, все не то такое. Пришел в Хитман, блядь. Поубивал просто людей. Было бы охуительно. Так. Спасибо, что досмотрел до конца. И если хочешь отблагодарить меня за нарезку, то подпишись на мой второй канал. Ссылка в комментариях.